Как уберечь себя от мошенников? В Адмиралтейском районе участились случаи обмана пожилых людей псевдомедицинскими работниками. За прошедшую неделю только в 27-ю поликлинику обратилось 5 пострадавших. Все они одиноко проживающие пенсионеры. Мошенники звонят им по телефону, представляются врачами или медсестрами и сообщают, что у пациента страшный диагноз. Причем преступники отлично осведомлены, знают имя врача, больного и то, что он накануне сдавал анализы. Позвонили по телефону, спросили, вы сдавали анализы. Я на самом деле на той неделе сдавала. Сказала, да. Знаете, у вас очень плохие результаты, у вас чуть ли не рак крови. Я перепугалась. Я уже не помню, что я там им говорила. Они мне предложили дорогостоящие лекарства. За чудо-средство просят от 60 до 200 тысяч рублей. Если у пенсионера нет денег, предлагают скидку. В качестве бонуса обещают устроить в хорошую больницу к известному профессору. Лекарства привозят на дом очень быстро, пока жертва не успела опомниться. Информация о состоянии здоровья, в том числе любые результаты обследований, такие как анализы, результаты УЗИ, кардиограммы или любых других, это является врачебной тайной. И пациент истинную картину своего состояния здоровья может узнать только от своего лечащего врача при личном визите. Никакие звонки по телефону – это все только обманщики. Если вам или вашим родственникам поступил такой звонок, нужно немедленно обратиться в полицию. И помнить, всю информацию о состоянии здоровья может рассказать только ваш лечащий врач при личном приеме.